Что мы хотим добиться? У нас есть синхронные функции в расте, как нам только что рассказали, которые возвращают некоторый анонимный волшебный тип футуры. Этот тип в стабильном расте напрямую назвать нельзя, соответственно, но иногда его назвать очень сильно хочется, потому что, например, мы хотим его положить в контейнер, в вектор. Или мы хотим еще чаще вернуть его из метода трейта. А чтобы вернуть его из метода трейта, нам нужно его положить в ассоциированный тип, для этого назвать. И в стабильном расте прямой возможности этого сделать у нас нет никакой, потому что это просто анонимный тип. Мы не можем просто взять и назвать анонимный тип. Аналогичная проблема у нас будет с замыканиями и еще в некоторых ситуациях. Хорошо, соответственно, сейчас в Найтли мы можем, собственно, писать Type alias impletrade, что красиво, но в Найтли у нас, например, в stable, поэтому мы не можем этого делать. Соответственно, в стейбле то, что остается, то, что даже будет советовать сам компилятор, это просто взять и запихнуть футуру в бокс с динамическим диспатчем. Почему нам не нравится бокс с динамическим диспатчем? Потому что это, во-первых, локация на каждый вызов синхронной функции, что больно а во-вторых, это динамический диспатч на каждый пол получившейся футуры, что тоже больно, потому что препятствует инлайнингу и вообще тормозит. Хочется уметь взять и назвать тип, который вернется из функции. Вот, например, вот здесь вот мы тип, который возвращается из функции фу, хотим взять и назвать фу с большой буквы. И тогда мы сможем, например, делать даже асинклейты. Потому что вот мы назвали тип, который возвращается из функции dump, и мы можем теперь его просто положить в ассоциированный тип. Вот эта версия кода прямо сейчас работает на последней версии библиотеки на То есть это, с одной стороны, цель того, что я сейчас буду рассказывать, как делается, а с другой стороны, это уже готовая библиотека, которая работает. Хорошо. Основная идея за библиотекой такая. Мы можем взять наш футурум и скопировать ее в массив байт точно такого же размера. Соответственно, массив байт точно такого же размера будет иметь вполне конкретный тип. Это будет просто обычная структура, внутри которой лежит массив байт. Соответственно, мы сможем ее спокойно называть. Возникает первая проблема. А такого же размера, это, собственно, какого. Мы не можем просто так взять и сделать Сайзов от нашей футуры. Потому что, чтобы сделать Сейзов от нашей футуры, нужно ее назвать. это ровно то, что мы не можем сделать. Но несмотря на то, что у нас нет типа самой футуры, которую мы могли бы назвать, то, что у нас есть, это в некотором роде свидетель типа этой футуры. Функция фу знает, какой тип она возвращает. Эта информация есть в системе типов. И то, что она это знает, нам может позволить эту информацию вытащить временно, локально <coughs> назвав наш тип. Соответственно, можно сказать, что тип нашей футуры называется тип функции фу как trade async function и его ассоциированный тип фьючер. Соответственно, это мы можем и сделать. Мы можем передать нашу функцию foo как свидетеля в константную функцию, которая называет внутри себя нашу футуру и считает ее size. Хорошо, как наверняка уже кто-нибудь заметил, эта версия кода содержит UB. UB заключается в том, что мы не можем просто взять и трансмьютнуть произвольный тип к массиву u8 по двум причинам. Первая причина в том, что у нас там может быть паддинг. Паддинг может быть не инициализированным. Не инициализированные байты это очень-очень плохо. Если мы не инициализированные байты трансмутим в числа, то это мгновенный УБ с недавних пор. Раньше было не уточнено. Соответственно, мгновенный УБ — это плохо. Вторая более изощренная проблема — это то, что внутри этого типа могут лежать референсы или поинтеры. У байтов, референсов и поинтеров — Кроме, собственно, значения, есть provenance, то есть compile-time информация, откуда они произошли. И transmute в число provenance теряет. Соответственно, когда мы transmute -ним это обратно в ссылку или в указатель, то это ссылки или указателя не будет никакого провинанса, и попытка его использовать будет опять же у Это тоже плохо. Обе этих проблемы решаются тем, что мы просто заменяем U8 на Maybe Anonit U8. Довольно очевидно, почему это решает первую проблему. Просто явно ведь говорим, да, компилятор Red Byte может быть не инициализирован. Я знаю, ты тоже знаешь. Почему это решает вторую проблему, не очевидно. Я сходил с этой проблемой в Зули Праста, общался на эту тему с Unsafe Unsafe Code Guidelines группой и мне подтвердили, что maybe они need q — это такой магический тип байта, который не теряет информацию. То есть гарантируется людьми в чатике, но людьми в чатике, которые знают типа, типа того же Ральфа, что трансмьют в массив maybe они need 8 и обратно — это окей. Мы не теряем информацию таким образом, а если теряем, то император разберется. Uh, второе очевидное убытие здесь – это то, что мы теряем alignment. У нас alignment исходной футуры могут быть больше единицы, а alignment массива байт у нас всегда единица, поэтому нам нужно alignment тоже поправить. alignment мы получаем в точности таким же образом, как size через memalignof, используя функцию как свидетель. И дальше я, например, использовал замечательный Create align, который позволяет по консгенерику получить произвольный align, какой мы хотим. Uh, в этой версии кода, разумеется, есть ub. Uh, ub в этой версии кода заключается в том, что у нас оригинальная футура могла не реализовывать трейты send, sync и unpin. Ну, собственно, трейт unpin он, <клышко> в текущей версии Rust на самом деле никогда не реализовывает. Uh, а наш новосозданный тип, наоборот, всегда реализует sensing and pin, потому что ничего интересного в нем не лежит. Uh, это более сложная задача, чем задача про размер. Что мы тут можем сделать? Во-первых, мы можем свести задачу более простой. Uh, мы можем сказать, что если у нас есть способ получить uh, в константном boolean true если исходная футура реализовывала send, или false, если исходная футура не реализовывала send, ну, аналогично синхон то мы можем довольно простым кодом э, вот этот самый константный булл преобразовать, собственно, в настоящую реализацию send или ее отсутствие. Хорошо, но прямолинейного способа получить э, э, такой буллин у нас тоже нету тут тоже придется изощряться. Сейчас я расскажу, как изощряться, а для начала посмотрим на небольшое количество вспомогательного кода. Наверняка вот этот вот паттерн кому-нибудь уже знаком. Что тут происходит? Мы создаем фактически буля на уровне типов. То есть у нас есть отдельные типы для false и для true, которые реализуют общий трейд-бул. И есть способ перевести более на уровне типов в более на уровне значений. Это с... нам потребуется дальше. Как получить хотя бы более на уровне типов? Для этого мы будем использовать магию разрешения методов. Вот тут вот есть очень интересный тип чек, у которого есть метод check, тогда и только тогда, когда тип t реализует send. Соответственно, что происходит, когда мы вызываем метод check на типе check от некоторого t? Если у нас t реализует send, то раз найдет вот этот вот метод. Соответственно, возвращаемый тип этого выражения будет true. А если он не реализует метод, то RAST автоматически вставит дерев до, check, до check false. соответственно, и на check false уже всегда есть метод Check, который вернет false на уровне типов. То есть метод Check возвращает разные типы в зависимости от того, реализует ли tSend. Осталось, собственно, применить это. К сожалению, мы не можем применять дерев в константном контексте. Потому что деревья это трейд. А трейды в константном контексте не работают на стабильном расте. Что мы можем сделать? Это воспользоваться тем, что раст автоматически выводит тип замыкания. Мы, соответственно, создаем нашу структуру чек, внутрь нее кладем футуру. Футуру мы создаем просто передачей абсолютно произвольных аргументов в нашу исходную функцию. Это замыкание никогда не вызывается. Мы можем позволить себе паниковать, если оно вызовется, потому что оно не вызывается никогда. Соответственно, мы создаем футуру, кормим ее в метод check и вызываем э, на нем метод check. Соответственно, возвращаемый тип вот этого замыкания true, если футура реализует send, и false, если футура не реализует send. Все, осталось воспользоваться тем же самым примером с фитнесом, используя замыкание как свидетеля, чтобы получить константный boolean, если t реализует send. Таким образом, мы можем автоматически унаследовать правильные send, sync и unpin. Это версия кода Z, чтобы. Проблема в том, что send и sync — это unsafe трейты. Соответственно, юзер не сможет их в безопасном коде сам реализовать потом. А вот unpin — это безопасный трейд. То есть мы отдали э, юзеру структуру фу, юзер пошел, в безопасном коде реализовал на ней unpin, и она снова стала unpin, хотя мы хотим, чтобы она не была unpin. Это решается тем, что нам придется структуру фу завернуть в в рэпер, который определен в нашем крите, а не в крите юзера. Тогда орфан-рулы помешают юзеру реализовать на нем анпин. А саму структуру фумы юзеру никогда не показываем. Держим ее в секрете. Все, остался последний рывок. У нас есть полностью готовые, реализованные. Структура, в которой мы можем сохранить нашу футуру. У нее правильные маркер-трейты, у нее правильный алимент, правильный размер, она полностью правильная. Теперь нам нужно, чтобы она еще была футурой. Мы снова применяем круг с виднесом. Э, и, используя оригинальную функцию как виднес, трансмьютим э, pin mood э, нашей структуры... Обратно в э, оригинальный тип футуры и вызываем на оригинальном типе пол. Примечательно, эта функция тем, что она диакостная. Вот этот вызов пол, статический, это вызов на конкретном типе фьючер. Вот этот transmute это но-оп. No потому что трансмит это в принципе но no по определению. Соответственно, я проверял это, глядя в ассамблерный листинг. Вся эта система она полностью зерокостная. Мы не платим э, за эту нашу обертку фу никак. Э, тут есть один интересный момент. Мы могли бы, вместо того, чтобы трансмьютить весь пин. Воспользоваться его методом map unchecked mood чтобы преобразовать собственно тип нашей структуры фу в тип футуры это ошибка это ошибка потому что мы вот здесь вот создаем мутабельную ссылку а uh, факт создания мутабельной ссылки в семантике Раста, в семантике Stacked Borrows, означает, что мы гарантируем, что на эту память не указывают никакие другие ссылки. Но мы не можем этого гарантировать, потому что это неправда. Потому что в футуре есть ссылки, которые ссылаются на внутренности футуры. Соответственно, у нас получаются две ссылки в одно и то же место. Это УБ. Так я планировал сказать. Вчера вечером я запускал тесты новой версии Мире на своем коде и выяснил, что Transmute, как сделано на предыдущем сайте, теперь тоже лагирует Мире. Это весьма интересный баг. Я пока не могу сделать выводы, но я поделюсь интересным куском информации. Тест, который падает под Мире, использует две библиотеки. Стандартную библиотеку и библиотеку Futures, которая разрабатывается растимой и которая, ну, по сути, без пяти минут стандартная библиотека. Интересная часть заключается в том, что у меня удалось заставить мире ругаться на этот тест без использования Named, без использования какого-то асинхронного кода вообще, какого-то небезопасного кода вообще. То есть с точки зрения Последняя версия мире последняя версия Create Up Futures или стандартной библиотеки содержит define Behavior. То есть предположительно это убы не на моей стороне. Предположительно проблема в том, что... Э, можно предпочитать, пожалуйста? Вот этот вот pin-mutfu, который нам раз сам по себе создаст, если мы сделаем await, он уже содержит мутабельную ссылку на те же самые данные. Футуры сами по себе unsound. Они, любая футура в расте уже содержит undefined behavior. Это известная проблема растовых футур. Предположительно, все-таки проблемы не в крейте на имид, хотя гарантировать я это пока не могу. Мы это сейчас обсуждаем, собственно, с Ральфом. Следующий слайд. Еще раз следующий слайд. Соответственно, что можно с этим сделать дальше, если все-таки выяснится, что Б на стороне фьючерса не на моей стороне, и то есть что концепция все-таки работает? Можно поддержать лифтейн Мы Сейчас текущая версия Create Only поддерживает только неявные лайфтаймы в аргументах функции. Но это ограничение просто потому, что я не успел дописать макрос до разумного состояния. То есть у меня есть набросок патча в макрос, который поддерживает lifetime дженерики. А вот поддержать type дженерики, то есть асинхронные функции, которые принимают как generic параметр тип, не выйдет, потому что Потому что, чтобы это сделать, нам пришлось бы вот тут вот, там, где мы определяем размер, указать конкретный generic параметр. Можно подумать, что это сработает. Типа мы вот здесь вот делаем for t, и вот здесь вот делаем size от for t. Но на самом деле мы не можем использовать generic параметры в тех константных выражениях, которые приводят к изменению размера. И так как изменение типа вот в этом вот генерике может привести к изменению размера вот этого вот массива, то стабильный раст этого не допустит. Это нужна другая ночная печа Поэтому типа дженерики поддержать не удастся. Так как у нас с недавних пор есть с stated types в стабильном расте, то, как я показал на одном из первых слайдов, мы можем делать асинхронные триты с помощью этой библиотеки. Прямо сейчас, как, собственно, было видно на одном из первых слайдов, для этого нужно вынести всю логику в внешнюю относительно трейта функцию, но, в принципе, можно пропатчить макрос, чтобы он делал это сам. Тут нет принципиального ограничения, это нужно просто, опять же, допиливать макрос. Вот. После того, как я в первый раз доделал библиотеку, я выяснил, что Microsoft тем временем занимались тем же самым. И тоже делали библиотеку. У нас получились довольно разные библиотеки. Суммарно. Так что я хочу немного рассказать про свою конкуренцию. В отличие от Name, It, для которой, я как я показал, мы используем трюк с витнесом для вычисления точного размера, который нам нужен. Microsoft требует ему сказать размер. Типа у этой футуры максимальный размер 512 байт. Uh, и, соответственно, uh, uh, любая футура, которая влезет в эти 512 байт, влезет в stack-future размером 512 байт. Аналогично, наимыт вычисляет с помощью хака правильный alignment. Stack-future не вычисляет правильный alignment, у него есть какой-то конкретный alignment, и оно просто не даст создать футуру, если этот alignment не, не совпадает. Аналогично send-sync у меня выводится, стек-фьючеры майкрософтовские, они всегда send и всегда не sync. Кроме того, оно также не решает проблему статического диспатча, майкрософтовский стек-фьючер хранит внутри себя указатель на функцию пол и указатель на функцию drop, то есть вызовы остаются динамическими. То есть фактически Microsoft стэк Future это бокс на стеке. Бокс Dean Future. Но есть один большой плюс. Так как мы стираем тип, так как мы руками указываем размер, то мы можем позволить себе дженерики. Дженерики больше не влияют на размер, мы указали его руками. И дженерико-синхронные функции, дженерик по типу, можно использовать в Microsoft крейте, но не в моем крейте, к сожалению. И это принципиальное ограничение. После того, как я узнал про баг с предыдущего слайда про Map Unchecked Mood, я немедленно пошел проверить, есть ли этот баг в Stack Future. Разумеется, в Stack Future этот баг был. Но сейчас он пофикшен и там, и там. Вот, такие дела. Если кто-то хочет подкрывать ссылки, то вот тут вот есть три ссылки на выбор. Макс, спасибо. Вопросы? Легально ли делать вот этот трансмит копия, так как у нас вот этот тип, который был сгенерирован, он не является этот в рэпер как называется? транспарент в раппера, разве легально ли делать вот этот трансмит копи? То есть не нужно ли нам брать сначала поле и уже трансмить ссылку на это поле, а не всю структуру целиком? Легально в реальном коде на него навешивается репр -C. C. с одним полем не нулевого размера, это примерно то же самое, что транспарент. Тогда да. У меня такой не очень технический вопрос, но если был опыт, на чем приятнее извращаться, так, на плюсах или на расте? Э, я не умею плюсы. А, ну хорошо. Мне интересно, существует ли RFC для раст-команды, то есть какое мнение раст-команды насчет конкретных типов у async-функций? Хотят ли они их добавить в будущем? Я ничего не слышал про идею добавить конкретные типы для синх функций, но, как я показывал на каком-то из ранних слайдов, в ночном расте у нас есть simple SimpleTrade, который более или менее предоставляет эту возможность. То есть мы создаем тайпалия, с которой магическим образом привязывается к этой конкретной функции и соответствует этому конкретному типу. Можно ли попробовать совместить плюсы от Named и Microsoft штуки, задавая руками alignment и максимальный размер? Ну, то есть, казалось бы, если я указываю максимальный размер футуры и максимальный alignment, который, ну, типа самый строгий alignment, то все остальные фишки с, значит, выводом send, синка и так далее можно реализовать. Я не уверен. Я очень даже приветствую pull request, если у кого-то удастся это сделать. Но так как трюк с фитнесом используется более или менее везде, я не уверен, что э, то, что используется для статического диспатча, будет работать без дженериков э, в констывале. Это интересная идея, это надо будет проверять. К вопросу о сравнении с конкурентами. Что сейчас не так с найтли сборкой, вот эта, которая делает Impulse фьючер? И нужно ли будет вообще наймит, когда она заведется в стейбл? Когда type с Trade заведется, неймит будет не нужен. А сейчас у него есть какие-то проблемы подкапотно известные? Есть, его нет в стейбле. Ну, кроме. Ну, может, даже фьючер на стейбле использовать используя известный хак. Mm, да, но лучше это не делать.